Сколько Titanfall весит? Titanfall весит аж 50 гигабайт, причем это только на ПК. На консольках они весят по 15 гигов. Разработчики объяснили это тем, что в ПК-шной версии игры не сжаты звуковые файлы, якобы. Так, возьмем для начала паленый стимулятор, а потом попробуем двойного агента. Dark Souls 2 мы поиграем, как только оно выйдет на компьютере. На нашем хваленом православном. Так, да, я бегу. Ой, а когда-то я успел поменять у пулеметчика. О, так. Кто-то спрашивал, как работает турели. То есть вот чувак взламывает турель, и она становится нашей. То есть она автоматически атакует противников и все прочее. Мы взяли право. Так, что-то здесь никого нет, это как-то подозрительно. Так. Что-то как-то я потерялся, походу. Кстати, да, по поводу игр вроде Team Fortress 2, Counter-Strike, Global Offensive, все такое, вы не забывайте отписываться в комментариях, что вы хотите увидеть, что вам нравится, что не нравится, лайкнуть и все такое. Потому что, как минимум, я комментарии точно обязательно читаю все, мы смотрим, что кому, возможно, понравится и прочее. Поэтому не забывайте про это дело. Нам фидбэки важны. Ну, если, конечно, они адекватные. Как бы. Именно. В этом аспекте довольно много проблем наших зрителей, к сожалению. Оп. Так, видно, как турель уже перезахватили. То есть теперь эта турель вражеская. Но сейчас мы ее перезахватим обратно. Оп, турель вообще абсолютно косая, она практически ни в кого не попадает. Но тем не менее, время от времени ботов каких-нибудь и может и загасить. Ну, блин, чувак успел. Опа-па-па-па, не смей убивать моего друга, выжил? Походу нет, не выжил. Ну ничего. Тра-та-та-та-та-та-та. Встретились так в полете, и я его все-таки загасил. Тут еще где-то один был чувак. Мы взяли Чарли. Оп. Хорошо. Мы выполнили миссию на 25%. Так, и мы пока. О. Контроль над опорными пунктами. Чувак уже пробрался. На точку. Так, а? Оп. Ты приближаешься к Альфе. Остерегайся противников. И это опять тот же самый чувак, которого я загасил. Странно. Вообще-то. Ну, точку я захватил. Сейчас мы снова захватим эту пушку. Что-то она какая-то здесь очень популярная. Частенько на картах больше одной такой пушки, то есть, например, две или три. Ох, как я. Какой я молочек сразу двоих загасил, вообще. Вообще красавчик просто. Надеюсь, вы это смотрите. Если вы смотрите в записи, не забудьте поставить лайки. Да, все-таки загасил его, ништяк. Ой, чуть на гранате его не подорвался, ну ладно. Так, там вражеский титан гасится, поэтому... Опасно. Так, я сюда сброшу своего. Надеюсь, он подоспеет. Да, быстро. У меня вроде телепортация стоит, и... Так, блин, этого загасили. Но зато... О, очередь. Очередь хороша тем, что... Легче попадать по противнику. Бах, ближний бой. Ну, он, к сожалению... Эта баночка, к сожалению, была пустая. Ой-ой-ой. Что-то какой-то внезапный чувак подорвался только ко мне. На. Че ты ему башку-то пробиваешь, когда там никого нет все равно? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давай. Ну давай, сдохни. Да, все, я его убил. Отлично. Едва. Захват опорного пункта наполовину завершен. Ой, так это свои. Это тоже свои, везде свои. А вот это вот уже не свои. И я его загасил. Оп. Так, я видел, как он выпрыгнул. Вот он. Чувак. Мы потеряли Чарли. Вот еще один пилот. Что такой-то он странный. Встал спиной к титанам такой и думает, что ему ничего не будет.
Так, вон там вражеский титан был. Я видел. Да, вот он. Ну и он почти загашенный, поэтому мы не будем обращать на него внимание. И вот там. Да, да. Вот. Ну, да, поддержки пилота, блин, ну ладно. Так, там он вражеский титан стреляет, потом мы. Привет! Та-та-та-та-та-та-та-та. Я пробил его щит. Не-не-не-не, взрывайся подальше от меня. Спасибо. Надеюсь, у меня щит быстренько восстановится. Да. Отлично. Привет. А, блин, всего лишь пехотинец был. Фигово. Ой-ой-ой, снова противник. Вот эти ракеты, гребаные, они, короче, походу, только в упор чисто годятся. И титан вражеский вообще косой абсолютно этот. Автотитан. Ой-ой-ой, и что захотел? Так, он на меня залез. Бах, да, отлично. Оп-оп-оп. Так, когда ты висишь на стене, целиться, к сожалению, не... О-хо-хо-хо, да. Так, ну сейчас меня загасят по-любому, потому что, да, враг близко. Канал связи разорван, боец. Тебе нужно очистить зону от противников. Они создают где-то они здесь. Да, я красавчик вообще, молодец вообще. Я просто скромный красавчик. Немного, и мы завершим бой победой. Так, здесь уже никого нет. Доступаемся нейтрализован. Они там где-то снаружи бегают. О, это-та-та-та, свои. А вот это вот уже не свои. Да. Так, бежим. Ой-ой-ой, еще. А, черт. Это первая смерть. Я убил 14 пилотов и умер всего один раз. Это успех, дамы и господа. По этому поводу нам нужно захватить нашу турельку. Оп. Да. А! И вот мы выиграли. Так, где мой титан? Надо добраться до титана, чтобы не дать им улизнуть. Ой. А, это у меня карточка была такая по невидимости. Понятно. Так, давай. Оп. Я надеюсь, во время посадки урон вражеского титана не считается. Бах. Иди сюда. А, черт, успел катапультироваться, сволочь. Ой-ой-ой, это вражина, что ли? Откуда ты взялся тут? Так, линяем, пацаны. Линяем, нам надо уничтожить вот эту птичку. Поэтому давайте все дружно. Гасите ее. Тра-та-та. Да, отлично, я еще кого-то даже убил. Так, да. Меня не успел тоже убить. Блин, я не на первом месте, боже мой. Ну, наверное, потому что я ни одной точки толком не захватывал. У чувака вон 4000 очков за захват, за защиту флага. А я так это... Печально. Ну да, зато я убил больше всех пилотов. К сожалению, мои навыки не очень ценятся в этой команде. Так, и мы, наверное, последний раз сменим сервак. Зайдем на обычный мультиплеер Team Deathmatch и все такое. Побегаем, постреляем. И если вы смотрите сейчас запись, не забудьте полайкать, рассказать друзьям, позвать подружку, чтобы она на меня посмотрела, послушала. Там все такое. Отправить 100 рублей на счет геймбомба. Ну и все такое прочее. Почему нет помощника на стриме, который штудирует чат? Потому что он не нужен, я сам в состоянии и пошутить, и посмеяться, да? Ну, а так, чат я вижу сам, поэтому я могу отфильтровать нужные сведения из него. Так что я полноценная личность и полноценный стример, поэтому мне не нужны помощники. Такие дела. Так, наконец-то мы вышли, мы берем, и кто-то у нас потерялся, еще два человека, надо кого-нибудь поприглашать. Давай, вот, короче, все, кто тут, чё? Нет, Bobby32Z, я в чужие игры заходить не буду, это вы заходите в наши игры.
Там был чувак 17.1 сделал. Так это я 17.1 сделал. Чё ж вы? А хотя, может, и не я. Ну, я, короче, тоже всего один раз умер там. Так, ну ладно, мы ждать не будем, наверное, потому что мы и так уже довольно долго играем, несмотря на то, что мы играем не в то, что заранее задумано. Как я отношусь к противостоянию PC и консоли? Вообще я к нему никак не отношусь, мне только очень обидно то, что много игр проходит мимо ПК, а так у каждой платформы есть свои преимущества. Лично я отдаю предпочтение PlayStation 4, потому что у нее будет, наверняка будет лучшая база эксклюзивов, а за стримами по Xbox One вы можете приходить к нам, смотреть у нас, поэтому у вас нет необходимости покупать его, покупать игры и все такое. Вы можете просто прийти на gamebomb.ru и посмотреть, потому что мы стримим абсолютно все новинки, которые выходят на всех платформах, которые у нас есть. Поставить задержку поменьше я, к сожалению, не могу, потому что это регулирую не я, а YouTube, у которого задержка может доходить аж до целых до 2 минут, но тут над YouTube я не властен, к сожалению, пока еще. Вот когда у меня будет много зрителей, когда я подкачаю свой скилл говорения и всего такого, тогда, возможно, мы сможем сами диктовать условия Ютубу, чтобы не мы делали, как они хотят, а чтобы он делал, как мы хотим. Так что это все зависит от вас, дорогие друзья. Брать что-нибудь покушать, время стрима будет увеличиваться. К сожалению, время стрима и количество смотрящих его вообще абсолютно никак не связаны, поэтому долгие стримы делать особо нет смысла. Ну, хотя это зависит от игры, как играем, потому что в некоторые игры можно и 4 часа просидеть, например, как мы играли в «Палку истины» со зрителями. В некоторые игры мы можем... Некоторые игры можем пройти за 8 минут 35 секунд, как было у нас сегодня с Metal Gear Solid Ground Zeroes. Так что тут вот зависит от того, как смотрят трансляцию, как ее комментируют, насколько интересная игра, насколько я сильно уставший, потому что иногда бывает так, что я начинаю стримить, придя только-только домой, даже не покушав, ничего такого. Поэтому вот как это тоже на многое влияет. Вот этот дрон очень похож на робота, который был в Луне 2013, как-то она так называется, где Сэм Роквелл еще играл, там он тоже был похожий робот. 2113, по-моему, называлось кино, Луна. Вообще классное это кино было. Но сейчас мы играем Titanfall, поэтому... Насколько я понял, вообще мало кто в курсе то, что эти вышки можно взламывать, потому что довольно часто на них просто не обращают внимания. И они стоят сами по себе. Всеми брошенные, всеми покинутые. Тра-та-та. Ой-ой-ой, как это он меня так гасанул сразу вообще жестко. Единственный, короче, минус пулемета, это то, что у него прицел прямо сразу моментально вверх уносит, как только ты начинаешь стрелять. Это очень сильно мешает, к сожалению. Так, я вижу, где-то ворожина стреляет. Где ты? Как бы меня сзади не зависели. Так. Это убийство. Оп. Ладно, погасим. То есть вот... Ух ты, это целый выход. Видно, если по идее зажимать, то можно контролировать им вот этот разброс. Но это довольно трудно. Не так легко, как хотелось бы. И меня вот убили с карбина. С крыши. Чувак просто сидит на крыше и всех гасит сверху. Вот так. Незамысловато. Даже в таких играх умудряются найтись кемперы и прочие нехорошие люди. Что очень печально. Оп. Давай. Да, свернул ему шею этому нехорошему человеку, который кемперит на крыше и не дает людям покоя. И еще загасил. Ой. Вот. Видно, как стреляет пушка практически вообще в никуда. Поэтому мы сейчас ее тихонечко, быстренько захватим. Сначала убив всех тут ботов просто зажимом. Так, нет, нельзя, тут где-то... черт, да. Чувак с карабином просто и расстрелял. А мы вызовем нашего титанчика. Бах.
Но тягово то, что когда есть телепортация, то нет этого шикарного звука, с которым Титан падает на эту грешную землю. А вот эти твари не убиваются, вот это вот. Это меня расстраивает, если честно. Я бы хотел, чтобы они убивались. Так, там кто-нибудь есть? И... Посмотри в окошко. Так, так, так. О, привет. Такой, такой наивный парень вообще стоит, просто целится, не двигается даже. Типа, типа я такой добрый, не убью его, только потому что он в меня промазал. Но нет, братюня. Этот фокус так не прокатит. Ой-ой-ой, что-то как-то нехорошо получилось. Нам надо подвинять. Вот тоже еще один чувачок. Наглую такое шмаляет. Как будто ему ничего за это не будет. Но на самом деле месть будет страшной. А, кто его загасил-то? Блин, всего лишь поддержку дали. Так, я вижу тут... Ага, вон чувак. О, привет. Видел в окошке. Тра-та-та-та-та-та-та. Убил, 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 убил. И сейчас... Да. Где мой титанчик? А, да, запрыгнул, мечта. Сейчас мы будем его гасить. Оп. А самое главное, у него нет времени вылазить из титана. А, вот это плохо, потому что он электрический дым пустил. Электрический дым очень хорошо помогает, вот именно от блох, которые сидят на спине. Кое я, к сожалению, не являлся. По понятным причинам, потому что мне надо было... загасить вражеского титана. Давай, давай, давай. Да, залез, залез, залез. Тра-та-та-та-та-та-та. Давай, 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 давай. И я успел его загасить. Успел его загасить, пока он меня не убил. И быстренько. Быстренько снял. Где-то здесь был вражеский пилот. Ой, там нет, не то. А, вот он, вот он, вот он. Тра-та-та-та-та-та-та. В прыжке вообще красавчик. И титан, титан, титан. Давай, давай, давай. Прямо на меня падай, да. Оп. Так, я... Ой-ой-ой. На нас чуть только что титана не сбросили. Точнее, сбросили, но... Не попали. Оп-оп-оп-оп. Задавил. За... Так, тут... Какой-то супер умный чувак пытается меня загасить. Оп. И я не успел улететь, и меня убило своим же собственным взрывом. Но при этом я замочил еще какого-то Марва Дигеля. То есть я не зря умер вместе со своим титаном, потому что я унес с собой вражеского пилота. Фигово то, что титан может тебя задавить, даже если ты там врезался ему в туловище просто. Так, я надеюсь, я успею его загасить. Нет, я не успел его загасить до того, как меня электрический дым загасил. То есть вот он просто пердит и ждет, когда этот электрический дым меня загасит. Что не очень красиво выглядит со стороны. Но жизнь штука суровая, тем более в бою. И мы проиграли, боже мой, у нас... Разница в 11 очков. Капец так-то, да? Вот, запрыгнул. Но он почти меня убил. Та-да. А-а-а-а, нет! Меня убил другой чувак, и я не могу больше резнуться. Черт. И мы проиграли, к сожалению. Поэтому мы ждем, когда наши товарищи спасутся, либо когда их добьют. Не забывайте ставить лайк, если вы смотрите записи, трансляцию, вообще все. Metal Gear Solid будет, но в виде записи только, к сожалению. Поэтому следите за каналом, следите за новостями. И пока вы ждете, смотрите, как мы играем в Titanfall. Давай, давай, 7, 6. Успеют, успеют по-любому. А-ха-ха-ха, нет! Нет, они не успели. Не успели улететь. Мы проиграли полностью бесповоротно. А не хватило всего лишь 11 очков. Но зато я на втором месте. Я убил больше всех пилотов, кроме Тригуна с много единичками. Эх, так, и на этом, наверное, мы закончим нашу трансляцию по
О, шило, ускоренный взлом турелей и спектров. Это, короче, походу отсылка к Tomb Raider, потому что эта фиговина очень похожа на ледоруб. Так, и ладно, на этом мы закончим нашу с вами трансляцию по Titanfall. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте поставить лайк, проголосовать, рассказать друзьям, позвать друзей, позвать девушку, чтобы она на меня посмотрела, принести еды, перевести денег. И не забудьте дождаться записи геймплея Metal Gear Solid Ground Zeroes. Надеюсь, вам понравилось. С вами был GameBomb.ru, я Remix. Всем пока, всем спасибо, спокойной ночи, до свидания.